хотел сказать, где у нас появляется тоже поворот, где не показывают, где у него не работают. Пару месяцев уже влепили по еще один трактор где-то взяли. Влепили магазин. Пятерочку. Что вот делать? Сколько это будет стоять? Догадался, блин. Догадался, ёб. Я понятия не имею. Ну, я перекопал 8,5 городов. И где же все? Вон гололед сейчас. Она за тебя несет, Валенсий. Дает на права. Думаю, вот лучшее обучение это на Жигулях. На пятерках, на семерках. Чтобы ты уже знал все, куда тебя принесет и что надо делать. Скорость выбирать, но. А у нас все такие зимой дороги. Везет обычно, потому что народу мало.